Как долго Лили и Джейн ждали этого дня. Но откуда такая очередь? Девчонок об этом не предупреждали. Так не пойдет. Подруга, пойдем домой. Неужели теперь забыть о мечте? Ну уж нет, Джейн. Мы сделаем свой собственный парк развлечений. Всего-то и нужно, что побольше картона. Приступаем. А начнем с ярких красок. Раскрасим эту скучную картонную комнату. В домашнем парке развлечений будут шатры и побольше гирлянд. А вдалеке огромное колесо обозрения. Лили, тебе нравится? Джейн, ты прирожденный художник. У Лили тоже все готово. Мы справились, подруга. Это уже не комната, а парк развлечений. Тут за каждым углом прячется клоун. И все места на каруселях заняты. А кто-нибудь осмелится прокатиться на американских горках? Но все самое интересное только начинается. У подруг уже почти готов автомат игрушек. И, конечно, он будет картонным. Выглядит симпатично. Но мы кое-что забыли. Как будем доставать игрушки? Лили все предусмотрела. Вставляем сюда щипцы и начинаем охоту за призами. Чудо инженерной техники. А вот, кстати, и сами игрушки. Закрепим их в нижней части короба. Последние штрихи. Устанавливаем кнопку. Да-да, все должно выглядеть реалистично. Хочешь играть? Тогда плати. Автомат игрушек принимает монетки. Если нет настоящих, используй картонные. Следующая забава. В домашнем парке аттракционов молоточки. И у подруг уже есть большая картонная коробка. Сверху большие круглые отверстия. Игра будет стоять тут. Джейн, и молоточек. Не забудь, он тоже из картона. А вдруг кто-нибудь захочет покидать мяч в кольцо? Не проблема. Джейн, подвинься. В картонном парке развлечений будет и эта забава. Кажется, все работает. Но не помешает украсить этот безликий автомат. Маркеры за работу. А теперь самое главное – картонное кольцо. Приклеим его к стене. Дополним сеткой и готово. Гости будут довольны. Протестируем новенький автомат. Есть! Трехочковый! В наш парк развлечений нанимаем только картонных продавцов. Эта милая леди будет продавать сладости. И ее тележка должна привлекать внимание. А значит, приступаем к сладкому декору. Не жалеем краски и наклеек. Леденец или мороженое? Выбирай! Никто не уйдет голодным из парка. Надо бы сделать небольшой перерыв в работе. Лили обожает играть в гонки. Машинки. А это идея. Пусть в их парке тоже будут автогонки. Лили, я тут кое-что придумала. Присоединяйся. Итак, телевизор у нас уже есть. Осталось только собрать машинку. Из инструментов только картон и ножницы. Вырезаем по контуру и обводим. Здорово получилось, правда? А теперь крепим эти детальки к офисному креслу. Вот и пригодился двусторонний скотч. Машина получилась очень маневренной, а телевизор нужен для создания спецэффектов. Брызги, дорожная пыль, ветер. Теперь будет как на настоящей трассе. В комнате уже нет свободного места для развлечений. Решено. Задействуем задний двор. Джейн, что там? Это может нам пригодиться, подруга. Сделаем несколько картонных боксов. Декорируем их под кирпичную стену. И построим крепость. Встречаем игру Angry Birds. С полным погружением в игровую реальность. А рогатку сделаем из нескольких картонных втулок и резинки. Привязываем покрепче, чтобы орудие работало как надо. А теперь проверим на дальность стрельбы. Подруга, заряжай птичек. В серьезном парке развлечений должен быть бассейн. Тяжелая штука. Ставим здесь. Джейн, но чем мы заполним наш бассейн? Не водой же. У меня идея. Смотри, будем использовать салфетки. Бумага тоже подойдет. За работу.
Сырья можно не жалеть. Главное, чтобы было мягкое приземление. Бассейн уже наполнен. Пора ставить горку. Ее легко сделать из нескольких деревянных палок и плотной клеенки. А нырять в бассейн будем из окна. Ни в одном парке развлечений такого нет. Осталось совсем немного. Только установить картонные бортики и поярче декорировать горку. Кто тут самые главные мастерицы? Джейн, конечно, мы. Столько стараний приложено, но оно того стоило. Какой замечательный парк развлечений получился. Но без гостей тут как-то скучно. Итак, объявляется вечеринка года. Зовем лучших друзей. Разве кто-нибудь откажется от веселого уикенда? Такое нельзя пропустить. Первые гости уже тут. Проходите, проходите. И чувствуйте себя как дома. Нравится? Класс! Тогда вперед играть. Обещаем. Будет весело. Начнем с игры в молоточки. Готовы? Джейн и Лили уже заняли свои позиции. А теперь попробуйте поймать. О, а это сложнее, чем казалось. Но очень весело. Играем по очереди. Держитесь, девчонки. Сейчас вам достанется. И чего только не сделаешь ради посетителей парка. Может, устроим небольшой перерыв и перекусим? Картонные сладости только за картонные деньги. Готов раскошелиться? Еще бы! Тогда получай мороженое. Картонного тебе аппетита! К правилам парка быстро привыкаешь. А кому сегодня повезет вытянуть главный приз? Все как обычно. Кидаем монетку и ловим удачу. Готова, подруга? Была не была. Запускаем автомат. Есть! Телефончик уже на крючке. Тянем. Аккуратно. Осторожно. Есть! Поздравляю, ты выиграла. Это мне? Спасибо. Не парк, а мечта. Не благодари. Это наша работа. Ребята, все сюда! Устроим соревнования по баскетболу. Попади в кольцо и забери сладкое угощение. Кто готов рискнуть? И первую победу одерживает Джейн. А вот у Кортни промах. Не расстраивайся, подруга. В следующий раз попадешь. Зато Адам чемпион. Попадет в кольцо даже с закрытыми глазами. Вау! И это первое место. По традиции, чемпиону достаются все сладости. Держи, Кортни. Утешительный приз. Я не жадный. Самое время испытать автотрассу. Готова, Лили? Тогда держись крепче. Какие крутые виражи. Такая тряска не для слабонервных. Добавим эффект 4D. Лили, сейчас ты проезжаешь ручей. Только вперед! А еще больше адреналина будет на горке с бассейном. Развлечение, которое нравится даже взрослым детям. Да начнется картонный бой! А вот и первые желающие сразиться в Angry Birds. Интересно тут все устроено, правда? Попробуем? Кажется, это снаряды. Заряжаем рогатку, целимся и запускаем птичку в полет. Ура! Получилось! Вторая попытка. И победа! А Лили и Джейн больше любят спокойные развлечения. Как насчет мини-гольфа, подруга? И это страйк. Теперь ты? Как интересно. Но жаль, картонный инвентарь быстро ломается. Не расстраивайся. В следующий раз обязательно победишь. Домашний парк развлечений вышел что надо. Ничуть не хуже настоящего. Главное, что лучший друг рядом. А какой аттракцион тебе больше всего понравился в нашем картонном парке? Расскажи в комментариях. Понравилось наше видео? Тогда не забудь поставить лайк и звони в колокольчик, если не хочешь пропустить наши новые истории. Подписывайся на наш канал и зови друзей!